Возьми меня за руку, пожалуйста. Товарищи, а давайте покажем. Плохо это, плохо. Давай еще раз. Я просто хочу пережить этот момент вместе. Я не могу поверить, что это все происходит в моих глазах. Олимпиада раз в жизни. Соберись. Советуют туристам воздержаться от поездок в Москву, видимо, в связи с повышенным риском потери домашним медведям. Неужели вы не понимаете, какой тут удар нанести же нашей стране? Я лично вас не уважаю. Вы думаете, что все, что мы делаем, ерунда. И не только в комитете, а в масштабе всей страны. Никакой отмены нет. Прекратите истерику. Я вам сказал, что мы останавливаем работу. Нет. Отмена Олимпиады – это сильный удар для всех спортсменов, у которых может просто не быть еще 4 лет. Мы 5 лет трудились, не покладая рук. В оргкомитете работают достойные ребята. И девчушки. Такие, как вы, только ищут повод, над чем клюмиться и все превратить в анекдот. Было принято решение о том, что Олимпийские игры пройдут из Москвы. Любители спорта призывают приехать на Олимпиаду в 80 и увидеть все своими глазами. Каждый спортсмен важен. Спасибо. Если это еще раз повторится, мы с вами никогда больше не увидимся, вы понимаете? Понимаю. У нас есть одна правда. Олимпиада будет! The 22-е Олимпийские игры официально завершены. Спасибо, Москва. А то какой праздник получился. Показали всему миру. Все эти наши будут последствия. Это лучше за мою жизнь.